Ситуация в лесах Московской области сейчас в данный момент очень напряженная. Сейчас действует ограничение пребывания граждан в лесах и нахождения автотранспортных средств в лесах. Также хотелось бы обратиться к гражданам и гостям нашего города, чтобы по возможности не посещали леса, потому что все-таки человеческий фактор приводит к тем пожарам, которые сейчас происходят на территории Московской области. В эти выходные, к счастью, на территории нашего лесничества пожаров не было. Прогноз на жаркое лето продолжается, дожди вероятны, но будем надеяться, что их будет побольше. В Клину было 14 пожаров, и они нанесли довольно-таки большой урон нашей окружающей среде, и все это, в принципе, человеческий фактор. То есть люди приходят на пикник, не дотушивают свой костер, или просто отдыхают, выкидывая сигарету, что приходит. Трава сухая, трава как порох, и это приводит к большим-большим нежелательным последствиям. То есть с пожарами боремся всеми силами с утра до ночи. По сравнению с 2010 годом, это даже побольше, чем в 2010 году по Клинскому району. По сравнению с 2011, 2012 и 2013 мы так не горели. Ну, такого жаркого лета не было.